30 августа 2018 год, Харьков. 15:21 по Киеву. Как-то, наверное, на фоне лэпа не особо. Сейчас другой ракурс выберем. О! Мельтийский Богдан Зиновий Михайлович, 1595-1657. Державный деяч, полководец, гетьман Украины, 1648-1657. Да, это ж как раз Переяславская рада и присоединение Украины к России. Под его началом было совершено. Уж не знаю, совпадение или специально так, но день города Харькова отмечают тоже 1654 года. Со времен Переяславской рады. Так, сейчас поедем на Халтурина, там должен быть памятник полицейскому.